Приветик, друзья, я Аня, и со мной теперь уже три мои собаки, Софи, Эйвен и Миша. Зевает. Подпишись на канал, жми красную кнопочку внизу и колокольчик, чтобы первым смотреть ролики, потому что как только ролик выходит, мама отвечает на вопросы. Привет, Валерия Чиж тебе с нашего канала, и наша видеосигна в этот раз для тебя. Да, Мишань, Софи же ухо чешет, так смешно. А если вы хотите получить от нас видеосигну и приветик из видео, ищите в этом видео кодовое слово и будьте первым, кто его напишет в комментариях. Я его скоро скажу. Ребят, собачек я пока что убрала, потому что я очень хочу увидеть сама и заодно показать вам их первую реакцию на то, что мне недавно отдала одна маленькая девочка. Точнее, не на то, а на кого. Так что это обязательно будет, только чуть позже. Вы часто писали мне в комментариях: «Аня, купи хомяка! Аня, купи хомяка! Купи хомяка, Аня!» И я тоже хотела какого-нибудь маленького грызунчика, маленького какого-нибудь пушистика. Я думала про хорьков, хомяков, шиншилл, дегу, морских свинок, кого только нет. И пока я думала и размышляла, кого бы мне купить, все произошло само собой. Недавно я была дома у одной девочки, которая и отдала мне целых двух маленьких, еще совсем маленьких, невзрослых малышей, двух прекрасных миляшечных хомячков. Когда я их увидела, я уже не могла думать ни о ком другом. А там и девочки, и мальчики, да? Да. Ты еще не знаешь? Нет. Мне подарили хомячков, и мы поедем домой сейчас. Так что добро пожаловать в нашу семью. Два маленьких, миленьких ребеночка, пупсика. Беленький и темненький. Теперь уж точно пора переименовать канал, потому что наша семья стала еще больше на двух питомцев. Я пока еще не знаю, мальчики они или девочки. И даже не представляю, как их назвать, этих двух маленьких, прекрасных, хороших пушистиков, таких зайчик, таких лапочек. Я теперь понимаю людей, которые очень любят хомяков, потому что я раньше не думала, что они такие милые. Так что я предлагаю вам вместе со мной придумать им имена. Тихо, стой! Напишите на всякий случай в комментариях имена и для мальчиков, и девочек, и как только я определю, какого они пола, мы сразу же их вместе с вами и назовем. Сейчас я пока их закрою. Сейчас я вам покажу, что мне наотдавали мои все знакомые, у кого были хомячки. И что я купила сама. Я купила им вот такое вот сено постелить им на дно. Еще я купила им корм постоянный. Но так как я привыкла, что у меня собаки, я закупилась так нормально сразу. Вдруг они много едят. Вот такие колечки. Дополнительный корм для всех видов грызунов. Vitacraft Green Rolls. Как и корм Vitacraft. Еще я купила им корм для грызунов с фруктами. Ну, я подумала, вдруг им захочется фруктиков. И от Триола же я купила лакомство для грызунов. И сегодня я вместе с вами, как такой новичок, буду их переселять вот в такой вот домик. Тут вот такой вот домичек для хомячочечков деревянненький. Дополнительная полочка такая с лесенкой. Мне отдали вот такое вот колечечко, чтобы они бегали, точнее колесико. Еще я купила им поилочку, конечно же. И вот такую вот просто игрушку-тележку. Вообще она для попугайчиков, но я им купила для прикола, потому что там такая смешная. У меня здесь есть сеточка вниз. Это будет пока их дом, пока они маленькие. Им, я думаю, не нужно слишком много места. А потом я уже буду думать, может быть, я куплю им низкую и длинную клетку, то есть больше пространства, чтобы у них было. А еще мне отдали вот такое вот прикольное большое колесо. Когда они подрастут, они, наверное, будут в нем бегать. Но его сюда, конечно же, не поставишь, пока оно будет ждать их. Если, кстати, у вас есть хомячки, то обязательно проголосуйте в моем опросе, который будет здесь. Там такая буковка «Ай». А если у кого-то из вас есть хомяки, напишите, пробовали ли вы такую штуку, шар путешествий. Я очень хочу, когда они подрастут, малыши наши, шарик для путешествий, чтобы они по дому передвигались. Мне кажется, это так прикольно. Сейчас я буду собирать наш домик, сеточку на дно. Я еще не совсем представляю, сколько чего им надо, и я буду смотреть по обстоятельствам. Я думаю, он, наверное, для них великоват, этот домик. Да, идея пока с полочкой провалилась. Я им поставила колесо, но колесо им тоже высоковато будет, поэтому я поставила сюда им
лесенку. Может быть, они по лесенке будут залазить в это колесо. Ну, в общем, давайте пока оставим так. Мне еще тут для них отдали мисочку. Я уже кормила их морковкой. Положу им чуть-чуть в домик их бумажки, которая будет напоминать им о домике, в котором они были недавно жили. Масечки такие, такие маленькие. Идите в свой новый домик. Да. Изучай. Слазь, давай. Не хочешь уходить? Добро пожаловать в наш мир. Беленький уже пошел там что-то изучать. Пошел в миску с кормом сел. А сейчас пока детки будут жить тут. Сейчас пока собаки о них не знают, я поставлю их на свой рабочий стол, чтобы они всегда были рядом. Собаки их не увидят пока что. Ой, он попил водичку. Он водичку попил. Я вернула ребят на свои места. Они не знают, кто здесь был. Скоро узнают, да, Миш? И скоро я покажу их первую реакцию. А также я скоро буду рассказывать про Мишу, как проходят ее первые дни у нас. Так что не забывайте подписываться на наши каналы, на мой этот канал, а также на мой второй канал Animagic. Там сегодня, конечно же, опять новое видео. Кодовое слово «хомяки». Короче говоря, мы с вами очень скоро снова увидимся со всеми нашими питомцами. Пока! Жмите кругленькие кнопочки и смотрите еще наши ролики. Интересно, Иван Миша будет когда-нибудь разговаривать? Не знаю, Софи. Пока она просто сидит.